На борьбу с борщевиком потянулся и предпринимательский сектор. Сегодня по этому вопросу в муниципалитете провели совещание. Коммерсантам напомнили о правилах содержания прилегающих территорий. Я сейчас обращаюсь еще и к руководителям предприятий наших, да, вот как бы тех, которые должны вокруг. Потому что борщевик, так же как и любое растение, оно созревает, оно распыляется, опыляется, разлетается, и будем мы с вами бесконечно за ним ходить, если мы его повсеместно всем фронтом не ликвидируем разом. Поэтому я прошу обратить на это особое внимание. Войну с ядовитым растением ведут и вдоль дорог. О планах доложили представители МОСАвтодора и Октябрьской железной дороги. Производится работа по платформе Фроловска и Стреглова, окос. Производится также поливка гербицидом. Я так думаю, что в течение 2 недель данные территории в районе Фроловска и Стреглова мы все дело обработаем. По борщевику начали поступать обращения от жителей и на портал «Добродел». Только за 3 последних дня было принято более 30 тревожных сигналов.